Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня 13 декабря 2021 года. Я сегодня хочу рассказать о таком приборе, как рефрактометр. Многие про него знают, знают, как его использовать, но для тех, кто не знает, я сегодня хочу рассказать. Он находится в таком футляре. В комплекте идет салфетка для протирания, пипетка для забора жидкости, простая отвертка для регулировки калибровочного винта. Сам прибор состоит из окуляра, который вращается для фокусировки изображения. Калибровочный винт для калибровки. Стеклянная призма для исследования жидкости на содержание сахара. Рефрактометры бывают различных типов. Бывают рефрактометры для определения влажности в меде, для определения количества спирта, но данный прибор предназначен для определения количества сахара в бриксах. Принцип работы рефрактометра основан на переломлении лучей света при прохождении через исследуемую жидкость и проецируется на шкалу. В данном приборе шкала от 0 до 32 бриксов. Когда вы смотрите в окуляр, то перед вами открывается синий экран со шкалой, и как бы ничего не видно, что здесь можно регулировать. Для того, чтобы начать регулировку, нужно нанести на стеклянную призму несколько капель дистиллированной воды. И смотрим на источник света. Путем вращения калибровочного винта совмещаем границу между белой и синей областью на нулевую отметку. Все, прибор считается откалиброван и готов к использованию. Протираем салфеткой насухо. Преимущество этого прибора в том, что она переносная, ручная, то есть можно за пару минут на месте определить количество сахара и степень созревания ягод. Для примера я вот нашел несколько ягод у себя на винограднике. Сейчас попробуем для примера определить количество сахара. Достаточно пару капель. Виноградного сока прижимаем стеклышком и смотрим на источник света. Путем вращения окуляра добиваемся четкого изображения. Вот в данном случае 16 бриксов. Всем пока, до новых видео.